Да, чай, 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 да. Гуси, пока гусей тут. Они гусей запускают. Это чатерсы. Джеки Чан играет чатерса, гусей запустил. Спасибо. А козий желудок это что вообще? Желудок внутри козы. Ступайте, ступайте. Сука, вы меня бесите очень сильно сейчас. Я сейчас начну банить. Как, в чем он используется? Используется в козе для пищеварения. Господин Чан, приду к мишеням. Господин Чан, почему так? Ладно, я сам подставился. Да, хорошо, живо. Тут два. Женьшень просто удивительный. Очень признателен. Позвольте, пока ждете, угостить вас чаем. Премного благодарен. Куда? Признаю. Ты должен мне помочь. Победа за вами. Спасибо, мистер Браун. Ну всего. Что же ты наделал? Билл Джеймс обратно. Они взяли сэмпл из Wow, I feel good. На Джеймсе. Какой пипец. Твою мать, это такой сыр еще разок. На бис. Спасибо, мистер Браун. Ну всего. Что же ты наделал? Я его пальцем не тронул. Какой сыр! Ты убил Джеймса. Давайте по чесноку, чтобы это было раз и навсегда, чтобы серьез бизнес. Если вы заказываете какой-то фильм, вы заказываете вечерок 2 часа, например, а фильм идет 1,5 часа. Это ваша головная боль придумать, что мы будем делать в оставшееся время. Я не волшебник, я не могу перекраивать это все дело. Я не буду копить хвостики по 20 минут, чтобы потом в один прекрасный момент сделать вечер какой-то. Это так не работает. Если вам кажется, что это неадекватно, пожалуйста, просто не вписывайтесь в заказ фильмов. Просто потому, что это организационно полная херня. Это неадекватно. Я тебе все уже на это сказал. Скам, скам. Да, конечно, скам. Ну, конечно. Скамил на сколько? Ну, суммарно, наверное, на час целый. И ничего. Никак. Ты смотрел еще результаты прошедшего Оскара? Вообще абсолютно насрать. А, не, подожди, стой. Мне спойлерили их. Я знаю, что Киллиан Мерфи и Оппенгеймер выиграли Оскара. Так вот, Киллиан Мерфи сыграл в хороший актер, но сыграл в Оппенгеймере как говно, а Оппенгеймер переоцененное дерьмо. В самом разгаре. Мы все обсудили. Есть бакланы, которые с этим не согласны. Просто вдруг, если они есть, пожалуйста, просто выйдите нахер с трансляции. Крестик в правом верхнем углу. Уайтблинк. Вот. Да. Собственно, это законченная мысль. Ты чё? В смысле, я чё? Фильм дерьмо, я вообще хз. Чё все так хайпят-то? Чё в нём? Чё хорошего в фильме? Я Зиманди сексуирую! А, господи, боже мой, это такой сыр, что просто... Не стесняйся, найми кого-нибудь. Король жопы! Это просто сыр. Это просто сыр. Просто сыр. Сырный фильм. Сырное кино. Причем так плохой сыр, типа как сырный лаваш. Вместо честно добавленного чеддера в шаверму. Оппенгеймер переоцененное говно. В нем нет ничего. И даже кадры поставлены хреново. Это еще не конец. Ну да, другое дело за Сенсен Лов. Аминь. Секс там хороший. Вау! Из всей херни, что ты мог сказать!
Из всей херни, что ты мог сказать, ты сказал именно это. Самое тупорылое и нереалистичное, что есть в этом фильме, это сцены секса. Что, в принципе, очевидно, потому что Нолан гей. Да, да, вот так вот. Положил книжку на подружку. Читаешь херню, и вау, у тебя коэтус отличный. Да кому ты чешешь очко? Кому вы это втираете? Господи, боже мой. Вот когда у тебя будет первый раз, вот тогда ты поймешь. О, Господи Иисусе. Сцены секса отличные. Да, да, да. Да. Особенно эти галлюцинации. Они меня так допрашивают. Он меня так опозорил своей связью. Что я прямо вижу, как будто она совокупляется. С ним прямо тут и смотрит мне в глаза. Ай, Господи. И Киллиан Мёрфи. Киллиан Мёрфи. Оскара, браво! Браво, Киллиан, браво! О, Господи, боже мой. Так же убедительно, как моя игра в БГ. Господи Иисусе. Мария Иосиф. Барби. Барби заслуживает больше Оскара, чем это кино. О, Господи. Ой, боже ж ты мой. Ты форсишь до просмотра этого фильма. Да нет, как посмотреть норм, Оскар нет. Лол. Ну, Господи, да, давайте по чесноку. Оскар — политическая херня, фильм про ядерную бомбу. В то время как у нас там типа ололо конфликты повозникали в этом, в мире. Чё вы мне очко втираете? Ежу ж понятно всё. Элин сица за пастай мак тевете. Да так, сесете. Чё, тусим? Как ты... Значит, пока Оля пришла, я смотрю ей в глаза, буду рассказывать вам, что она учудила на эти выходные. У нее же глаз задергался. Так вот, у тебя другой задергался. Этим ты подбегнула. Так вот, прихожу я, значит, заниматься утром зарядкой. Смотрю на балконе, лежит браслет. Я такой думаю, соседи сверху его, скорее всего, уронили. Ой... Такой, сберут браслет, думаю, ну сейчас пойду по соседям сверху, кто-то его уронил. Там еще миндаль какой-то рассыпан. Думаю, что за фигня? Прихожу такой Коле с браслетом, говорю, смотри, какую драгоценность нашел. Что это за дела такие, погляди. Типа показываю, смотри, какая красотища. Смотри, какая красотища. Он такая, положи, где взял. Я такой, что? Я положи, где взял. И камешками кверху. Я говорю, что за херня, что происходит? А она говорит, это я таким образом с местными воронами хочу подружиться. Они мне что-нибудь взамен принесут. А это был типа, ну не драгоценный, а прям такой просто блестящий. Блестящий. Я просто... Я такой типа, что... Ой, Господи, вот ведь не лень, а? Ой. Да. Ну, я искренне... А браслетик пока никто не забрал, Оль. С воронами ты пока что сегодня не подружилась. Может быть, пора перестать со всеми подряд дружить? Может быть, ограничить круг лиц? Yes. Ладно, мне показалось это забавным. Но... Все еще никто не прилетел. Было бы здорово, если бы у нас там птички завелись. О, кампапа. А, свитаться. Черлуся! Так, наверное, Черлусь, подожди, стой, не торопись.
Блин, мне нужен один... Текучесть? Текучесть, кстати, хорошая штука для меня. Боже, что... Я опять! О. Господи, какой же я деградант. Текучесть, кстати, может быть скинута. Ну ладно, это уж куда ни шло. Сука. Я не могу. Гениальная дело. Ладно, он геймдизайнер от бога, тут сразу видно. Давай, давай, хватайся получше. Давай. Да там какой-то Понти Пенс. А-а-а. Сука, я так и знал. Да, места просто не хватает, трындец. Окей, окей, окей. Там альтернативки на час. Окей, да, вот это ты прям гений. Давай тогда по чесноку, когда мы проходили Соника, я скамил альтернативку на альтернативку. Отлично. Поворот получил. Вот это вообще вот самый трындец, это вот это. То есть поворот получен. Velocity не получено. Это просто ахер нахер. Одной рукой МБ. Да вы... Да вряд ли. А не-не-не. Нет, это не оно. Не может быть, а не может быть им. Твою мать! Хер ли я страдал? Если это делается с одной руки. Какого хера? Право. Нет, ни хера. Валим, 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 валим. Нет, 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 не сюда валим. Вот сюда валим. Да куда ты? Да беги, беги, убегай отсюда, Беннет Фодди. Да дай, рукой зацепляйся. Хорошо, хорошо, хорошо.
Сюда! Да куда? Мои пальчики как сосисочки устали. Я как будто сам руками держусь так сильно кнопку на мышке нажимаю. Хапа, не переживай, если пройдешь игру в твиттерах, разобразится все твои страдания. Вот охеренно. Это как если перед тобой человек, который совершил над тобой насилие, извинится тогда, когда ты проработал травму с психотерапевтом. Ну спасибо, сука! А те, кто сломлены, остались. Извини, что трахнул. Ля, ты тварь. В этом предложении такой уровень цинизма и обесценения, что у меня просто аж, я не знаю, меня свело с щи просто. Прикиньте, жертве насилия сказать извини, что трахнул. Господи, какая жесть. Мать твою. Это... Если бы я был президентом, это сразу расстрел был бы. Ой, фух. БП делится на окупаемые и на дерьмо. Окупаемые... Окупаемый батл пасс. Это как окупаемые альтернативы капитана. Ты, сука, вообще в порядке там? Бизнес же, сука. Вообще просто, бро, вообще, у меня слов, сука, нету. Окупай. Все инвестируем в батлпасы, пацаны. Вероятно, имеется в виду, что ресурсы с батлпаса были выгоднее, чем если бы ты их просто в магазине берешь. Невероятно, учитывая... А кто выставляет цену в магазине? А мышка у меня теперь здесь навсегда. Ребят, скажите, перезаход в игру это резет, да, полный? Это резет, да? То есть вот эта сучья мышь будет теперь навсегда у меня здесь перед на экране. Ребят, сука, это не игровой момент. Чего значит, вот мол, ты-то чё молчишь? Нет, перезаходи. Лявы? Это мой курсор, прости. Лявы вообще, короче. Пауз чамп. Читанул. И чё? Это что за херня? Ты гонишь? Так нет, он не гонит. Он крутится. Все понял. Так, а больше ни хера нету, да? Короче, если я вниз полечу, то мне как бы капец, поэтому... Ох, сука. Так, хорошо, давай. Вот как-то так.
Сука. Ты голландский штурвал. Это он. Это он, сука. Держись, бро. Я не знаю, что это за гадство. Ладно, хорошо, давай попробуем. Куда ты отпустил-то? Мудила. Отпустил удила. Так, нам нужно держаться как можно почернее. Ну. Тебе рукам нормально, бро? И чего? И куда? Солнышко делай, и что я с ним делать буду? Ну хорошо, я сделал солнышко, дальше-то что? Ручки-то они на штурвале. Я что, жопой зацеплюсь за эту херню? Подожди, это что? Главный Это что вообще такое? Откуда? Почему это у меня в предложке? 74 просмотра. 74 просмотра. Один за шоу. Пиар игры для мобилок. Биткоин растет на спайсе. Рекомендации Ютуба, да. Здесь сфинктер, сладкая жизнь в Америке. Unusual мемес и реклама. Селф-пиар твой второй. Так, ты играл в D4 и Rumble, все логично. А, вот оно что. Где собака поет. С русским языком. Повешали наших карт и атрибутов. Заполнили книжные полки русской литературы в оригинале. Поменяли английские розетки и штекеры на наши. А если на какой-то детали был английский язык, спиливали его напильником. Везде расклеили надписи, связанные с пожарной безопасностью и не только. Английское. Заземлено на двери! Настолько, насколько это было возможно. Итак, мы имеем 12 человек, которые прошли тест на внушаемость. И этого... Все равно создателям показалось недостаточным. Кайф. Поэтому 3 из 12 участников кто рассказал про белку и стрелку и закончил все обезьянкой Мински. Вы что, не слышали про обезьянку Мински? А, ну да, потому что ее и не было. Чтобы осуществить фейковый полет в космос, кадеты должны поверить в антинаучные тезисы. Сейчас у меня ложные воспоминания появятся. Какого хера вообще происходит в этом шоу? Поэтому продюсеры по чуть-чуть подкидывали им фейковые информации в соотношении 80 на 20, где было 80% правды и 20% чистых рофлов. Так и появилась обезьянка Мински. Сука, они просто нашли чучело мартышки, наспех сделали ей скафандр и придумали ей историю. Дескать, это последнее животное. Там такая ппега. И эта обезьяна имела такое большое значение для советской космонавтики, что в честь нее назвали город Минск. И каждый раз, когда этого лектора, он хмурил голову и спрашивал, а вы ей отдавали сегодня честь Мински? Ведь если бы не он, вы бы не полетели в космос. Они даже устроили минуту молчания в честь несуществующей обезьяны. Старой русской традиции, каждый прошедший это сложное испытание должны получить вознаграждение. Послушать традиционный стих о космосе. Само собой в оригинале. Уважаемые зрители, прошу вас встать и отдать честь традиции великих космонавтов. Вам нужны следующие компоненты. 500 грамм хороших свиных сосисок. Одно яйцо. 400 грамм белой муки. 4 столовые ложки свиного рассола. Щепотка соли. Щепотка молотого шалфея. 200 грамм молока. Как приготовить? Короче, да. Чел с самым прямым лицом на свете читал рецепт очень странных сосисок в тесте. Пока британцы, сука, с лицом лица не отдупляют комичность момента, с таким же прямым лицом все это слушали, держа руки у лица. Но чтобы окончательно убедить счастливчиков, что они действительно полетят в космос. Блин, я сегодня ел? Нет. Мы завтра пойдем с подружкой на кунг-фу панду.
Она любит готовить. Мы с Олей решили, что мы сядем от нее по бокам. И будем причитать, мол... А, сейчас, подожди. И будем причитать, мол... Эх, так хочется блинчиков. Было бы так здорово поесть блинчиков. Эх, кто бы блинчиков приготовил. Эх, не хватает вот этого. Была бы у нас подруга какая-нибудь, которая любит готовить. Давай ты не будешь мне нести последние свои деньги, заказывая видосы про секту и говоря о том, что ты в абузивных парасоциальных отношениях со мной, пожалуйста. Мне не по себе. Ты не забывай, что я на стороне добра. Но граждане СССР Хорош. Раз за разом каждое судебное заседание превращают в театр абсурда. Обосную, я хочу посмотреть ваш паспорт. Потом диплом о юридическом образовании. Предоставьте, пожалуйста, документы... Вот это флекс! ...Российской Федерации. Предоставьте, пожалуйста, медицинскую справку. От нарколога, психиатра и дееспособности. Предоставьте, пожалуйста, указ президента о назначении на должность судьи. Примерно по такому принципу строится все общение этих людей с любыми последствиями. И никакой документации. Как зарегистрирована Российская Федерация? Субъект Российской Федерации, -РФ, несуществующий в тот момент на территории РСФСР, СССР, изначально создан как коммерческая структура и зарегистрирован в Лондоне. А при проверке его оказалось, что согласно регистру DUS, знак авторского права номер 531 298 725, эта коммерческая структура имеет генерального директора Дмитрия Анатольевича. Бамбузил. Не прикол, мы живем в жопе. Но давайте изучим сайт получше. Вдруг у России есть братья по несчастью, которые тоже на самом деле не ставят всего лишь коммерческие фирмы. И что мы тут находим? Российская Федерация зарегистрирована в юрисдикции Великобритании как фирма. Министерство внутренних дел, финансов, транспорта и так далее также зарегистрированы как юрлица. Получается, что у нас нет страны, нет госструктур. Выходит, что так. Важнейший аргумент свидетелей СССР – это бессмысленная чушь. Справочка ваша готова? Печать высохла. Справочка. Торжественно вручаю вашу справку. Спасибо. Я вас поздравляю с возвращением гражданства. Охереть! Можно из гражданства, которое запретит дышать. Называется кровати, я вынужден работать на ноутбуке и издавать приказы, которые меняют судьбу всего мира. Вот так вот. Антисанитарных. С отключенными душами. Вот это у него фляга свистит. О, жесть. Рун. Вот, например, руна рок. Ключевые слова. Дух непроявленное, непознаваемое, рок. Это руна трансцендентного непроявленного духа, который есть начало и конец всего. Что это за ключевые слова? Откуда он все это взял? На чем основаны эти значения? Это вообще, что за слово? Платов умалчивает. И вместо указания источников отвечает нам загадочной фразой. Нет смысла говорить об этом. Есть смысл только ощущать. Ну, как говорится, и на том спасибо. Напоследок хочется сказать, что в книге Платов честно говорит, что не претендует ни на законченность. Глядя на эту азбуку, сразу хочется спросить, зачем древним славяно-ариям понадобилось так много греческих букв типа кси, пси, фита, ижица и так далее? Неужели у них было так много слов с этими звуками, что понадобилось вводить эти буквы? И я нашел ответы на эти вопросы в буквичной азбуке. Оказывается, с буквой кси писалось такое типичное славянское имя, как Олег Ксандр, а буква пси пишется в таком древнем славянском слове, как психология. А буква «ижа», оказывается, пишется «Ой, милая». Но не когда ты обращаешься с любовью, а когда просто обращаешься к кому-то, типа «Милая, позволь пройти». А еще буква «ижа» пишется в слове «гой», в значении «одобрительный вызов», «идентификация», «просьба проявить себя, кто ты есть, гой или не гой». Вся история буквы выглядит следующим образом.
В начале 90-х Хиневич преподает ее в курсе древнерусского языка в Мосгарском духовном училище. Обучение там продлилось всего 4 курса. За это время студенты настолько расширили свое сознание и преисполнились, что внезапно осознали. Диплом Мосгарского духовного училища не очень котируется работодателями и начали массово покидать все учебное заведение. В 2010-м на основе лекций Хиневича был издан родовой букварь древнеславянской буквицы. Это здоровый учебник, который частично копирует грамматику церковнославянского языка, например, цифирь и надстрочные знаки. Но в нем можно также найти различные сакральные толкования букв, схемы космических энергий, многочисленные матрицы и их дешифровки, и даже ключ к генетическому коду родовой памяти Русича. Весь букварь напичкан какими-то графиками, диаграммами и схемами, которые никоим образом не объясняются. В общем, наука, да и только. 2013. Древние надписи читать на русском языке. Проблема только в том, что всякие эти древние знаки не очень похожи на русские буквы. И учить ничего не надо. Но ведь можно читать не только сами знаки. На артефактах часто есть царапины, сколы, тени, блики, которые тоже при желании можно интерпретировать как буквы. Таким образом, у Чудинова рождается свой метод дешифровки при помощи малоконтрастных и неявных надписей, как он сам их называет. Метод его работы является поистине революционным. Давайте я объясню его. Он просто фантазирует текст. Вот, например, Чудинов берет фото Велесовой книги. О, Макоши! Вместо того, чтобы вот ты попалась! Его, он начинает искать какие-то царапинки, тени из-за корючки, которых даже не было на оригинальной фотографии. Они появились из-за плохого качества скана. То есть Чудинову вообще плевать, что написано в самом тексте таблички. Ему даже плевать, есть ли этот текст в принципе. И таких дешифровок у него тысячи. Неважно, откуда он берет артефакты. Из Древнего Египта, Месопотамии, Руси. Везде он находит свои надписи. Притом надписи не на каком-нибудь там прославянском или языке древних ариев, а на современном русском. И стоит делать справедливый вывод о том, что русские жили всегда и везде. Второй вывод, который можно сделать из его исследований, это то, что лексикон наших предков, которые оставляли эти надписи, был крайне невелик. Дело в том, что на всех фотографиях он находит, как правило, одни и те же слова. Храм, яр, яра, мир, мим, мара, Русь, ну и так далее. И при этом, опять же, неважно, что находится на фото. Наконечник класс. Древнего копья, картина известного художника, или это просто фото морского дна. В 2009-м начинается новый этап его исследований. Чудинов открывает для себя программу Google Земля, где можно смотреть на снимки Земли со спутника. И обнаруживает огромное количество геоглифов и урбаноглифов. К выводу о том, что русские жили всегда и везде, можно теперь добавить, что они еще и могли оставлять надписи в огромных масштабах. Но и на этом Чудинов не останавливается. Он обнаруживает селеноглифы, надписи на поверхности Луны, ориоглифы, надписи на поверхности Марса и гелиоглифы, надписи на поверхности Солнца. Что характерно, надписи все те же самые. Тут же он делает вывод. Чудинов продолжает заниматься своей научной работой, пишет вот книги, это, путешествует и исследует надписи на всем, чем можно и нельзя. Самая удивительная черта Чудинова, это когда он слышит... Сами руны представляют из себя веселые знаки с вертикальной симметрией. Ну и, конечно, куда же без свастонов. Сами понимаете, в рунах без них никуда. Данные руны не то чтобы письменность, свастоны, кстати, это скорее знаки, симметрию. Которые довольно популярны в среде эзотериков, магов и особенно целителей. Можно найти довольно много лекций о русских рунах. What the hell? Как правило, о них рассказывают вкупе с какими-нибудь техниками целительства и особой популярностью у пожилых женщин. Сам Евгений Аверьянов после случая с Одином, видимо, получил некий дар изобретателя и начал изобретать чудодейственные приборы, о которых он рассказывает на своих семинарах. Ветродуй, вибрационный карандаш-катушка, водяные камни, колоратор для расщепления негативных программ, колоратор! И генератор для получения минусовой воды. Все эти чудеса техники вы можете приобрести за определенную сумму денег. Методы целительства Евгения. У него есть автобиографические заметки, которые весьма любопытны. Начинается сей документ с истории, как евреи, или как он их называет, ивриты, воюющие на стороне Гитлера, распяли на кресте советского солдата за то, что он был христианином. Во время распятия они приговаривали, кто не кугит и не спьет,
тот с договеньким помгет. Далее начинается сама автобиография, написанная в стиле приключения барона Мюнхгаузена в Советском Союзе. В тексте автор постоянно выделяет какие-то буквы и части слов, меняет их местами, русскую букву «С» иногда меняет на английскую. Все это снабжено большим количеством стихов без рифмы. В общем, читать это одно удовольствие. Автор рассказывает нам, что от его древнейшего рода Шубиных произошли и Рюриковичи, и Романовы, а свои эзотерические знания он получил от деда, который был опричником тайной царской армии и обучил молодого Анания заповедям опричнины, казачьему спасу, пластуновской борьбе и другому. Также на него сильно повлияла баба Аня, которую он называл волшебница-учительница, и которая могла общаться с животными при помощи пиитики грамотного рейко-псевдосфероидного витационного воронкования. Говорил ребят идти в пивнушку, а вместо этого рассказал им, как можно двигаться быстрее скорости света при помощи спирали. Спас десятки мальчишек от педерастов типа Муслима Магомаева. 7 раз предотвращал взрыв на Чернобыльской АЭС, но на 8-й раз Горбачеву все-таки удалось осуществить свой злобный план по приказу Ми-6. Участвовал в биоэнергетическом восстановлении храма Казанской Богоматери на Красной площади. Это лишь небольшая часть его подвигов. Заканчивается автобиография жалобой на то, что ему приходится работать в крохотной 30-метровой квартирке в Москве, а американцы переманивают его к себе большими зарплатами. Он обращается к Путину, чтобы тот дал ему достойные для жизни условия, чтобы он мог спасти магнитное поле Земли. Складывается просто в мозг. Только через 3 часа смогли легионеры его снять. Понтий Пилат воскресил своего друга Иисуса и отправил в Ярославль. В Ярославле Христос женился на Ярославне, обосновал здравую семью и настрогал ему деток. Половина деток ушли в Сербию к бабе Маше. Вот такая история. А кто был учителем Иисуса? По свежим данным, Свеж! Иоанна Перена, любимый учителя Иисуса в Ярославельской школе Великого Посвящения. Также у всеосвятной грамоты появляются и новые молодые учителя, да и в целом, благодаря соцсетям, она набирает оборот. Все люди говорят на русском языке, потому что произносят вот эти буквы русские, а русский — это значит вселенский. И вот наша грамота в 147... Русский значит вселенский. Все языки, культуры. На этом я заканчиваю свой топ. Давайте подведем итоги. Я думаю, что Макоша должна. Она там что-то рядом трется, она должна знать ответ. Слишком часто всплывает ее имя. Причем обратите внимание, когда-то ее никнейм был Эствинтик Задарс. То есть она скрывала, что она на самом деле Макоша. Ой, господи.